1 700 000 мой бюджет был. Леворукие автомобили, может быть. Я ездила раньше на Рено Логан. На каждом этапе ты уже начинаешь соображать, а что, а как. Спасибо. Наша клиентка Ася и ее замечательный автомобиль Mitsubishi Eclipse Cross. Всем огромный привет, друзья! На связи Константин, компания Priority Auto. Я нахожусь сегодня в Московской области. И пока я сюда ехал, я вспомнил свое путешествие в Якутск, а конкретно, когда я заезжал в город Тынду к нашему клиенту Александру, и мы записывали с ним видео. Я сказал, что, возможно, я посещу каждый город, в котором находится наш клиент. Но, конечно же, это немного с долей шутки было сказано, так как мне, наверное, всей жизни не хватит объехать все города и населенные пункты, из которых заказывали автомобили наши клиенты. Но когда у меня есть такая возможность, я, конечно же, это обязательно сделаю. И сегодня я нахожусь в городе, главное правильно произнести, Луховицы. Да, я думаю, Луховицы, если что не так, поправьте меня в комментариях. Это Московская область, 3 часа езды от Москвы. И сюда я приехал к нашей клиентке Асе, чтобы показать, какой автомобиль мы для нее привезли. Также многие уже задают вопрос, живу ли я в Москве. Нет, друзья, живу я во Владивостоке. Детство мое прошло вообще на Сахалине. Просто в Москве находится наш филиал компании Priority Auto, наш второй офис. Головной офис находится же в городе Владивосток. Там же я и провожу свою основную часть жизни. Просто мы много путешествуем по стране, встречаемся с нашими клиентами, показываем, что привезли из Японии. Сейчас мы еще возим из Южной Кореи автомобили. То есть мы все это показываем, встречаемся с клиентами. Эта информация вот для тех, кто вновь на нас подписался и еще не так близко с нами знаком. Ну а тем, кто с нами с самого начала, огромнейший привет и большое спасибо, что нас поддерживаете. Ася, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите сначала, где мы находимся, а то вдруг мне не поверят. Мы находимся в Московской области, город Луховицы, Подмосковье. Подмосковье. На заднем плане у нас ваш автомобиль Mitsubishi Eclipse Cross. 2019 года выпуска. 2018. Ну, немного информации дайте. Двигатель 1.5 турбо, бензин. Брала с пробегом 23 500. 17 января выкупили и... Привезли меня прям ровно, считай, через 2 месяца, 16 марта. Это то есть вы в Москве уже получили через 2 месяца? Да, мне менеджер доставил, получается, на мой адрес, прямо к дому. Даниил поехал? Даниил поехал, привез. Так, по срокам, да, вот вы меня опередили. Прям где-то, получается, месяц до Владивостока плюс месяц до Москвы и до вас? 2 недели и 2 дня, это, получается, доставка транспортной компании была? Это до Москвы? До Москвы, ага. Да. В общем, где-то 1.5 месяца. Полтора месяца, да. Сколько обошелся в итоге? 1 700 000 мой бюджет был. И плюс 70 это колеса зима я покупала. А вы здесь уже покупали? Или нет, там у нас? Мне Карен помог. Да, очень помог обслужить автомобиль, прикупить колеса. Связь со мной держал. В общем, молодец, я ему очень благодарна. Илье очень благодарна. Поставили мне там на учет машину. Все документы подготовили, номера там получили, да. Так что машина пришла уже, все готово, я нигде не бегала. Сели, поехали, как называется. Да, села и поехала. С вашим регионом номера получили, правильно? Да, просто многие задаются вопросом, как вы получили. Но вы сразу по прописке, друзья, получают номера, получается. 1 700 000 это уже с доставкой до Москвы? Да, с доставкой. Сколько из них доставка до Москвы? 160. 160 тысяч рублей просто. Вот многим интересно, сколько стоит доставка. Получается, ну, чуть больше 1.5 миллиона рублей во Владивостоке. Да, да, так оно как есть. Как вообще хорошая цена, вот, как по вам, допустим? Ну, с рынком по мне, сравнивали, может сравнивая, да, сравнивая, что здесь можно купить именно у нас в Подмосковье, в ближайших регионах, конечно, за эту цену ничего не найдешь. Искала, не нашла, вот.
А перед покупкой кросса рассматривали, может быть, какие-то местные рынки, какие-то другие автомобили, леворукие автомобили, может быть? Да, я рассматривала самую бюджетную, наверное, модель Hyundai Creta 2021 года. Был вариант тот же самый, 1 700 000. Но там она была в залоге, поэтому отказалась от этой идеи. Я, во-первых, не знаю пока, что такое Hyundai Creta. Hyundai Creta – это как Hyundai Kona, она называется там в Корее. Kona. То есть, ну, формат автомобиля такой же примерно, плюс-минус кроссовер? Ну, нет, это намного симпатичнее. Ну, по красоте превосходит. И я ж не знаю, там по двигатель, не двигатель. А, там 1.6 и лошадей, по-моему, не буду врать, сколько не помню. Ну, здесь у нас 1.5 литра турбо. Друзья, динамика автомобиля нормально? Ездили уже в другой город, чуть-чуть почувствовали автомобиль? Да, почувствовала. И хочу сказать, что я ездила раньше на Renault Logan машине. Конечно, машина другого класса, это чувствуется. Такая плавненькая, нежная, в общем, очень... То есть для девушки самое то? Да, самое то. И по красоте, мне кажется, она такая, женский автомобиль или... Тинейджером подойдет. Да, симпатичный, молодежный такой. Кстати, надо рубрику нам снять. Автомобиль для девушки. Я все собираюсь, потому что девушки часто спрашивают. Ну, в общем, вам внешне понравился, по динамике понравился. Да. Работу компании, что ли, оцените, как все понравилось. Все со всеми успели пообщаться тоже. Карен, Илья, Даниил. Карен, Илья, Даниил, Ольга писала, Регина писала. С Константином сейчас познакомилась. Вообще с большим удовольствием. Согласилась. Да? Супер, я очень благодарен, что вы встретились тоже со мной. Нет, это вообще классно. Работа компании вообще, конечно, очень построена грамотно. Мне очень понравилось то, что на каждом этапе идет оповещение. Вот ты получаешь на свой мейл, где сейчас находится машина, на каком этапе. Ты получаешь вот эти вот оповещения. Пока вот, допустим, автомобиль шел, у вас появлялись вопросы какие-то, вы задавали их, получали ответы? Да, да, конечно. Уже, получается, по ходу возникают в голове вопросы, потому что сразу этот алгоритм, цепочку всю выстроить не можешь в голове, и получается, вот на каждом этапе ты уже начинаешь соображать, а что, а как. И вот Даниил, у нас менеджер был, в Москве офис находится, очень он мне прям тут же отвечает. И такие у меня вопросики были, может, и глуповатые, и, не знаю, там, с моей точки зрения, я мыслю одно, на самом деле оно другое оказывается. Ну и все четко прям мне по полочкам было разъяснено. Вот, вообще вопросов не оставалось. Все прям, и подсчет автомобиля, и памятки вот, различные. Точно, точно. Вы изначально на 1.5 миллиона рассчитывали, ну вот если голая цена автомобиля без всяких доставок, или все-таки бюджет вначале был меньше? Ну, я сразу же с доставкой закладывала эту сумму. Ну, ориентировалась на 1 700 000. 1 700 000 так у меня было. Но я рассматривала изначально Mazda CX-5. Хотелось. Но CX-5, она там по растаможке дороже выходила машина. И, ну и, в общем, на аукционе у нас ее не получилось сыграть, потому что она стоила дороже, и как-то экземпляров было маловато. И тут вышел ролик, прям буквально, наверное, это что было? Это январь. Максим ваш тоже, но я с ним не общалась. Он снимает ролик про эту машину, Eclipse Cross. Точно, ну, типа, было, как вариант. Да. И я прям после этого ролика пишу Даниилу и говорю, давайте попробуем вот эту еще машину. Одновременно, возможно, одновременно, что быстрее там сыграет. Ну и он без проблем, конечно, все. Ставим на тот и тот, и мне прям на следующий день скидывает мне уже прям первые два варианта. Потом следующие, ну и все прям быстро, быстро-быстро закрутилось, завертелось. Потому что я поняла в какой-то момент, что Мазду, наверное, или бюджет увеличивать придется, что не хотелось бы, либо ждать, а ждать это опять все в оттяжку. Я говорю, к лету я так вообще, наверное, дождусь, не дождусь. Вот, и получается, как-то вот сориентировались быстро. И получили свой автомобиль. Результат, да. Блин, спасибо огромное за комментарий. Спасибо, что разбавили нашу мужскую обстановку. У нас тут ряд видео сейчас перед вами выходит, там одни мужчины. Спасибо, что разбавили нашу мужскую компанию. Вот. И хорошего вам пользования автомобиля, пусть он радует вас. Еще раз спасибо, что со мной встретились. Спасибо.
Итак, друзья, кто еще не знаком с таким автомобилем, немного расскажу. Это Mitsubishi Eclipse Cross, модификация с двигателем бензиновым, 1.5 литра, турбо. И у него 150 лошадиных сил. 175 миллиметров дорожного просвета у данного автомобиля. 1.5-литровый двигатель работает в паре с вариатором. Также есть модификация полноприводная у данного автомобиля. И в данном случае у нас идет передний привод. Комплектация G. У нас идет линзы в фарах, противотуманные огни, парктроники. Колеса у нас стоят не штатные, литые. Резина у нас, как отметила Ася, стоит новая, которую мы обули во Владивостоке. Симпатичная задняя часть, то есть вот эта LED-оптика. LED-стопы и вставка через всю крышку багажника. Меня всегда вот эта вставка впечатляла. Первый раз я на самом деле ее увидел на Audi. Но многие японские марки автомобилей сделали с задней частью автомобиля абсолютно так же. Новый Harrier, также Vezel, насколько я помню, исполнил стопы также на своих новых автомобилях. И еще ряд японских марок моделей. Ну и расход топлива у двигателя 1.5 литра турбо начинается от 7 литров на 100 километров. Это в переднеприводной модификации. Так, друзья, также стоит здесь нештатная магнитола Carrozzeria. Еще раз повторюсь, что двигатель работает в паре с вариатором. Раздельный климат-контроль на водителя и на пассажира двухзонный. Он автоматически идет. Управление аудиосистемой на руле. Кожный мультируль, в общем, адаптивный круиз-контроль, насколько я вижу, стоит здесь. И подрулевые лепестки для ручного переключения передач. Кнопка старт-стоп. Есть, конечно, какие-то заглушки, я вижу, здесь. Но у нас комплектация идет более такая средняя. О, подсветки, да, в подстаканниках. Прикольно. И электронный стояночный тормоз у данного автомобиля. Торпеда. Выглядит не громоздко, кстати, но симпатично. Выдержано, я бы сказал. И вставки такие серебристые по всему салону идут. Вам вообще салон нравится у автомобиля? Внешне, кстати, мы поговорили, нравится. Да, нравится. Она, удобно. Кстати, для задних пассажиров, как вот сзади сидели рослые мужики, может быть, уже. Ну, муж у меня рослый, да, 182 рост. Такой он в теле. Нормально? В теле, да, умещается. Оно, можно его подвинуть назад. То есть коленям более-менее, ну, как бы свободно, нормально, умещается. Да, мы просто еще разговаривали, как только встретились, про Toyota CHR. У него в салоне места, мне кажется, поменьше, особенно на заднем ряду. Там, допустим, мне не очень удобно сидеть. А багажник? Багажник, вот отсюда смотрю, вроде вместительный. Ну, он не сказать, что такой, ну, средний, в принципе, да. Если ехать куда-то отдыхать там с палатками, маловат. А если так, вот, ну, по городу двигаться и нормальный сойдет, да. Сойдет для мне, вот, детей, там, не знаю, пару сумок загрузить, нормально. Ага. Вот, он больше и не нужен. Зачем он мне нужен? Ну вот, собственно, и багажник. Можно сразу наглядно посмотреть. Во-первых, я смотрю, что сиденья двигаются, да? Да, сиденья двигаются. И вместительность багажника, в принципе, три коробки. У нас корзина с вещами. Это тоже детская такая подложка, лопата. Ну, багажник вместительнее, чем в Toyota CHR даже. Я бы сказал, что примерно как в Honda Vezel. Да, здесь у нас комплектация отключаемые сонары, автостоп, контроль выезда с полосы, контроль до впереди идущего автомобиля, система антиюза. То есть, если буксовать будете, можно отключить. Это вот это вылазит окошечко. А, вот у нас есть проекция скорости. Вот, кстати, в Mazda такие же окошечки вылазят. Ага. Да, а у Toyota идет на проекция на лобовое обычно. Итак, это был город Луховицы. Наша клиентка Ася и ее замечательный автомобиль Mitsubishi Eclipse Cross. Еще раз ей огромное спасибо. Всему вашему городу большой привет. У вас достаточно большое скопление японских автомобилей. Уже 20 погона увидел по пути буквально за 5 минут. И Nissan X-Trail правой руки. Поэтому правая руль на запад идет 100%, сюда он будет еще идти и будет покупаться. Все больше людей интересуется японским автопромом с внутреннего рынка Японии, ну и, соответственно, правым рулем. Поэтому, если хотите автомобиль из Японии, мы, конечно же, всегда на связи. Наши контакты всегда в описании, наш сайт находится в общем доступе, и вообще все мы социальные люди, всю информацию вы о нас всегда можете найти по ссылкам в описании под нашими видео. Всем огромное спасибо за просмотр. С вами был Константин, компания Priority Auto. Увидимся в новых видео. Удачи, пока. Компания Priority Auto – надежный поставщик автомобилей с аукционов Японии. Подбор автомобиля, покупка, доставка, растаможивание. Priority Auto – ваш надежный поставщик.